Здравствуйте, уважаемые зрители! Вот практический совет, как спрятать золото. Идет весна 1940 года, и вы находитесь в фашистской Германии. Вам необходимо спрятать несколько золотых медалей. А вот как поступил молодой химик. Два немецкие физика получили Нобелевские премии и золотые медали. Они доверили хранение своих золотых медалей институту. Немцы оккупировали этот город, и чтобы золотые медали не конфисковали, один из сотрудников института растворил эти медали в царской водке. Банка с раствором золота благополучно простояла среди сотен других вплоть до завершения войны. После окончания войны этот ученый выделял золото из раствора. И передал полученное золото в Королевскую академию наук при Нобелевском фонде. Из него изготовили новые медали, которые были возвращены истинным лауреатам. Как вам такой способ, напишите свое мнение. Спасибо за внимание. Желаю успехов и крепкого здоровья. С уважением, Леонид, канал 1Л.